это связано с идеей Нишо, в противоположность Овшо. Нишо означает близость физического расстояния. До недавнего времени вы могли перелететь в Харьков в австрийский лагерь. Сейчас это уже невозможно из-за войны. Я инженер по системам управления летательным аппаратом. Я должен был строить ракеты, космические корабли. Но когда советские силы развалились, произойти так быстро, что никто не успеет ничего предпринять. Мы находимся всего в 80 километрах от границы с Россией. Это 1 час езды на танке. Мы можем попробовать эвакуировать. Если будет реальная проблема с вражеским наступлением, начнется огромная волна миграции в Европу.